Катя, поздравляем с победой. Какой был план на игру против теннисистки, которая, в принципе, здорово играет на грунте? Спасибо за поздравления. Плана как такового не было, потому что последний грунтовый сезон как бы не задался, и я просто поставила себе цель получить удовольствие от игры. Не знаю, если это получилось, но с результатом я как бы спокойна. 2 года назад вы здесь играли уже во втором круге, тогда проиграли Каролине Плишковой, и тогда был отличный матч. Вот что помните из него, и что можно сейчас предпринять, чтобы пройти дальше? Ну, я помню только, что я очень сильно нервничала, как никогда раньше в жизни. И надеюсь, что я постараюсь избежать эту ошибку в следующем круге. Спасибо, с победой. Спасибо.